Аккуратные ровные строчки на ткани – результат работы настоящего мастера своего дела. Лариса Приходькина – одна из них. В этом году женщина стала победителем областного конкурса профмастерства в номинации «Лучшая швея», где совместно со своими коллегами смогла показать работу своих золотых рук. Вы знаете, у меня не было самоцелью показать именно свое мастерство. В своей профессии я себя нашла уже давно. В последнее время швейная промышленность как-то так была отодвинута на задний план. И участие в конкурсе было скорее способ показать, что мы есть, мы существуем. За право стать лучшей швеей среди работников организации легкой промышленности боролись около 10 человек. Сначала конкурсантки соревновались друг с другом в практическом мастерстве, а затем отвечали на 20 теоретических вопросов на компьютере. Лариса Приходькина справилась со всем. По словам мастерицы, делом своей жизни она увлеклась еще в самом детстве, поэтому выбор между профессиями не стоял совсем. В моей семье практически все женщины умели шить, мне это нравилось. Вот, и, конечно, это не могло повлиять на выбор моей профессии. И вообще я считаю, что любое ремесло может пригодиться в жизни. Сейчас женщина продолжает трудиться и уверенно идти по выбранной стезе. С недавнего времени, находясь на новом рабочем месте, уже успела зарекомендовать себя как профессиональный сотрудник. Вы знаете, как бы я брала не потому, что участница, а потому что руки у нее. То есть она не боится ни шифонов, ни костюмных тканей, ни пальтовых тканей. То есть как бы она умеет все. Юлия Пастухова, Александр Минчиков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».